14 марта министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым было подписано два приказа. Один приказ касается организации деятельности образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной инфекции. Второй приказ касается организации образовательной деятельности в университетах. Ну, хочу сказать, что эти приказы носят рекомендательный характер, то есть вузам самим дано право определять, переходить на дистанционную форму обучения или не переходить, в зависимости от условий. Но хочу сказать и успокоить всех, у нас в Вологодской области не зарегистрировано пока ни одного случая коронавируса, но на самом деле мы должны занимать очень ответственную и такую осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому сегодня я провел совещание по предотвращению коронавирусной инфекции. Были приняты следующие решения. С понедельника, со следующего понедельника университет переходит на дистанционный формат обучения. На этой неделе будут проведены все организационные мероприятия, то есть определен формат этого дистанционного обучения каждым преподавателем по каждой дисциплине. Эта информация и сама организация этого процесса будет доведена на этой неделе до всех обучающихся. Занятия будут продолжаться, но в дистанционном формате. Это не значит, студенты уйдут на каникулы. Нет, занятия, значит, будут проводиться в полном объеме, только в дистанционной форме. Все массовые мероприятия мы уже отменили с сегодняшнего числа, пока до 16 апреля, на один месяц. Дистанционное обучение мы пока установку директорам институтов сделали следующее, до особого распоряжения.